Sure, her disappearance isn't another illusion. I can move. She must have gone. Then let's heal the ground and get out of this place. So you used to spend time here? I used to come here with my mother. Yeah? I don't think she'd be too impressed with the way this place is now. There were fountains all around here that watered the plants. Trees, flowers, herbs, spices. Things you didn't see anywhere else. They must have been from before, or from outside. She'd bring the children here to look after them. I never got into gardening, no. Hey, they're just plants. We can get you some more. I find Farrah, we can ship them in from wherever you want. Flowers, trees. You're a princess. You deserve it. Yes. You can make these gardens grow again. Yes. Во-первых, мне пришлось перепроходить по новому загадку с этими с бассейнами. Ну, посмотреть, короче, еще раз. Скорее. Не знаю, я просто хочу... Я что, зря остальных принцев страдал, проходил, блядь, что ли? Чтоб мне какой-то вот этот мудак мне взял и тут и все обосрал? И 7 серий перед ему 6, ладно, я просто так ебался, что ли? Но я, наверное, буду резать, я сейчас буду молчать просто, и будем вот, я вот это, потому что там еще вот это. То есть сейчас надо, ну, максимум за 2 серии, а может быть, даже за одну я все это вот пособираю, и... То есть я буду сейчас вырезать куски, как я с аватаром, короче, делал. Боже мой, какая хорошая. А вот. Вот это вот. Use a bit of directional help here. Не так, как видите, я надел костюмчик Альтаира. Ну понятно, да. Вот. Plate's active. We're going to have to time it right to use it. There were stairs here. There aren't now. We're gonna have to do this the hard way. We've got to climb all the way up the chattery. There's a mechanism part way up that will take us to the top. And I'll go first. But hey. Staring at my ass. I felt you looking. I thought you'd lost your ass. Donkey. I can feel you looking. Just climb the tower. Thank you.
That mechanism will take us to the top. Turning. You and your father used to wind yourself up and down here? The guards did. Oh yeah, if I was royalty, I'd get people to wind me up and down too. Amongst other things. Helica! Why do you want a princess? When you have a queen. Come on! Another man falls. Come on, Helica! Mother? She's not coming back to this place. Princess against fake queen, the princess is the winner. What is it that you want? Huh? She offered you your dreams. Sure, how long would that have lasted? I just want to get out of here. I want to find my donkey and I want to go home. What about you? What do you want? Things to be as they were. We can't go back the way we came. We'll need to find another way. Тут главная проблема вот драки с этой бабой, и вообще бывает с боссами, но с ней особенно, а вот это вот душнилово именно в том плане, что тебя берут, короче, вот у нее несколько приемов, и она бывает один, второй, третий, четвертый, а ты ничего не можешь за это сделать, она это может пачками повторять, вот, или там, допустим, есть момент, что надо хватать ее рукой и подкидывать вверх, и иногда она просто не на это сделает, ты подходишь, чтобы ее хватануть, а она тебя бьет. Ты должен стоять бок отходить, еще и вот так, и ты не успеваешь просто этого сделать, блять, вот это вот. Точно, это, конечно, охуительно, вот это просто. Так, подожди, стоп, не так. Вот давай вот сюда. Вот с этой проткнемся. Вот, просто это такая прям. И да, ты можешь один раз ошибиться, и практически всю полоску здоровья станут. Я ей больше половины добил, потом раз, один раз ошибился, хуяк, и ей больше половины остановили. Я такой, заебись. Заебись. Думаю, пацаны, вот этого здорово придумали. Куда мы там пошли? Ну. Ну, этого чувака точно так же надо кинуть рукой, но просто, блядь, не дает этого сделать. Если так с этими боссами, блядь, драться по полтора часа надо, нет еще вот этих чуваков зачем пропускают. Да я знаю, что надо руку использовать, блядь. Что я сделаю, блядь, если он не дает этого?
you start to feel, you know, stuck. If I have to tell you that I can't move, we're both in trouble. Here we are. The concubine's around here somewhere. We just lost our way out of here. But why would you want to go? Now that would be fun. Not for again. Where is she? Just waiting for my prince. I can't reach her! See what powers I have! Beginning to feel sorry for Ahriman. I mean, he's been trapped with her for 1,000 years. About the dream being dead. She's right. The dream of this place is past. You mean you're giving up? No. Ahriman must still be stopped, but not for the past. You better not give up. There's no way you're gonna look so good if you end up covered in corruption and spouting stuff about Ahriman. I look good, huh? Oh, don't tell me you don't know. I've never met a beautiful woman who didn't know she was beautiful. And I've never met a man who used flattery unless he wanted something. You have such a suspicious mind. No, I'm just nowhere near as naive as you think I am. Clear. Ready to be ambushed? Hey, are you all right? Yes. If we can make the jump to that plate, that will lead us over. Чего, блядь, и что я там должен был сделать? Вот сюда надо. Куда вы летите-то, блядь? Что здесь делать-то надо, ёб вашу мать?
Блять, да куда здесь, ёбаный в рот? Блять, там надо вот сюда вниз, куда вы летите-то, блять? Ну и чё, блядь, почему ты не уходишь влево, the pain I suffered to get here, the things I would do to remain. Ma still smiles at us. Let's get out of here. Я смотрю, они постоянно вот в битвах с ней, то есть ты доходишь до какого-то момента, когда у нее немного здоровья остается, и начинает спамить просто всем подряд в хаотичном порядке, ты обязательно где-нибудь ошибешься, типа, давайте, типа, еще. Блин, час 14, если все это повырезаю, сколько этого останется. Mm.
thing she set on us. We will have to face them again. The concubine, too. The third gate is opened. We can purge this land of another corrupted. Let's go to the gate, then. Чего? Чего? И как мне туда попасть, блядь? Чего? Блядь, камера, ёб твою мать. Не может бегать по этим стенам, блядь. Блядь. Но мне показывает вот еще раз, блядь. Просто туда прямо, все. Как туда прямо попасть? Лететь, понятно. Но показывает просто прямо, без вот этих хуйни. Гениально, блядь. The palace rooms are three large halls across three floors. The concubine has probably taken the top floor as her own. Any way we can tell what's real and what's not? Just use your instincts. Those would be the same instincts that led me into this mess. Law of averages. You've got to be right sometime. Блять, серьезно? И опять все сначала, сука, как можно здесь ориентироваться в первый раз? Откуда я, блядь, знаю, в какую он сторону повернет, в какую нет? Почему он это влево не хочет объезжать, а именно справа? А ну я знаю почему, потому что разработчики вот так задумали и пошел ты нахуй, блядь. Поэтому вот такую колонну может облететь только с одной стороны, блядь. Ну да, ну да. Заебись. Весело. Ну, фон из старенького, в принципе, из 80-х или как? Конца 80-х. Another man falls. She might have your heart, but I will have your soul. Yeah, I think I'll try and hang on to that. It seems to be coming in handy. We need to go to the next floor. That plate should take us there. Are you in any shape to... How much more time do you think we have left? We must keep going. That hurt. I'm here. Push back.
The next floor is the last one. Then we'll have her cornered. Or I you. You have a choice. Walk into the web or walk away. Armin will clear a path for you. You can do it. Yeah, and he's the trustworthy type, Armin. He'll just let us go so we can warn everyone he's about to get out. Silence speaks volumes. Ну уж извините, что я там в этой серии нет, а... Все это не комментирую и прочее, мне просто хочется это пройти, вот и все. Нахуй вы это делаете? А долететь чуть дальше вообще никак нельзя было, да, мать? Ты прям молодец, я смотрю. Save me? What if I'd fallen unconscious again? Ha! Oh, I didn't think of that. Well, little man, you took the test. You failed. Конечно, я failed, если я выиграл этот, разгадал твою охуительную загадку. A little more.
Блять, ну давай, лошадь, ёбаная. Get out of here. After all this, I'll get you those carpets you wanted. What carpets? You know, redecorate the palace like you've been saying. I'm not the concubine. She's gone. You're stuck with me. That wasn't an illusion either. Let's get out of here. Просто опять же съехать по стенке как-нибудь или прочее никак нельзя. What she said was designed to drive a wedge between us. You said it yourself. Some of it was true, though. I do serve my people, and I... Hey, I'm looking for a way out of here without a dark god chasing me across the desert, all right? Don't worry about me, princess. No, of course not. We'll finish this, and then you can find your donkey. And you can get back to ruling your people. Эти все считают, эти... Да, да, мы, конечно, совершенно нет никаких чувств, никаких там что-то... Не, просто, мы просто дома вот, завершим дела и разойдемся. Да, 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 да. Ай, господи, придурок ты потлатый. Так, я сейчас тут, да? We'll be fine. Come on!
yourself! Those blades are best kept at a distance. Да блин. Hey, is this always going to weaken you as much? I don't know. I've never driven Ahriman from a land before. Да все, я нажал уже, господи. Значит, представьте себе, у вас 4, по идее, босса. 4, ну, я считаю, батю. У вас 4 босса, и с каждым из них надо биться 6 раз. 6. 4 тут, по одному тут, и по одному тут. И при этом не меняется нихуя. Вот вообще нихуя не меняется.
looks quiet. Карена из Думы 2016 года, там, похоже. Я понимаю, что здесь полетов не будет, будет сам красной точкой. Это очень здорово, потому что мне полеты эти заебали. Блять, это предугадать вообще никак невозможно. Блять, вот как я должен был? Have to go towards the bad guys. Рано я обрадовался, понятно.
Зачем эти фортеля вот кругами выписывают? А, то есть ты не пролетаешь, да? Вот она летит, просто это тупость абсолютная, вот она летит условно прямо, потом берет, разворачивается чуть ли не назад в другую сторону. Чуть сразу туда-то не полетела тогда, блядь. Ебалумба. Ну, раз развернулась и назад полетела. Пиздец, блядь, просто назад. И еще раз назад, заебись. Да, маневрировать обязательно между скал надо, вот это все, не просто стрелять. Почему, вот, это какой-то поток, в котором она, или что, если это вообще вот хуй поймешь, почему она вдруг... Чего, там же была платформа дальше, вы что, ебанутые что ли, блядь? Почему меня сюда переместило, там была платформа дальше? Уже ножками на ней не постоял секунду. Пиздос. Дура. Ты дура, блядь! Ну в смысле нет, блядь, какая же ты сука тупая! Ебануться. Ну просто, я просто к нему в упор стою. Откуда тебе еще надо? Что я прям в очке у него был, что ли, блядь, по локоть? А да только голова, чтобы торчала, да? И тогда, может, ты сможешь на него запрыгнуть. А что это случилось, блядь? Ну как так вышло? Что хоть так можно на этих аренах делать. Okay? Just... Hey. Тата бабища телепортироваться смогла, поэтому. Yes. Thank you. Where should we go now? Давай, 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 давай. Симпатичный. Солнце, ёл, Tell me about this thing. Why do they call it the Hunter? Legend has it he was a prince who lived for the hunt. After he'd run out of things to trap and kill, he sold his soul to Armin in return for a chance to become a hunter of the deadliest animal, man. Picked the wrong man this time, didn't he? He's not dead yet. Тоже через это. Trap
Yes, he's a hunter, remember? I think we can get down that wall there. Skip being the hunter's trophies after all. Let's heal this ground. Prickly on me. You enjoyed that? Teaching that thing a lesson? Taking some revenge for the people it killed? Yes, I enjoyed that. And you enjoyed that side of things too. Don't worry, princess. You're still more than good enough for both of us. Wow. And with you as a measuring stick, that really makes me a saint. Hey, I've helped old ladies home from the market. If they had attractive daughters. Yeah. Then I help them too. The power plates are behind those gears up there. Moved. This is just going to take a little patience. Give me a hand here. Turn it now. Thank you.
That's it. Let's get up there. Complicated. You need to move the cranks to move the gears? Yeah, I figured. Just be patient. Patience brings rewards. So does walking into a harem covered in chocolate. See, you don't always have to wait for things. You have to make them happen. Is that so? Look around you. We could die in the next 5 minutes. Then where would waiting have got you? I'd rather die trying than waiting. Maybe you're right. If you want something, if you really want something, you shouldn't wait. Yeah? So? What are we waiting for?
last gate is opened. This is the last step. Armin will be trapped. Yes. We must return to the temple once this is done, but yes, we are close to stopping Armin escaping. Okay then, princess. Let's go and save the world. Okay. 200 generations of Ura gave their lives to stop Ahriman returning. I have their strength as well as mine. Yeah? Any chance I can borrow some? I don't suppose you brought any of those Ura with you. It's just us then. Блять, она пиздец настолько уже просто дуто круги нарезает вокруг, пиздец. Ну нам туда в дверь надо, хули мы тут по кругу-то летаем, блять, давай вот в дверь, мы уже четвертый раз мимо нее пролетаем, блять. Пиздец, просто ебнутые шли, которые это делали, ну серьезно. You still have a chance. You can still leave. Guess that's our answer. Интересно, вот он этих, когда с обычными чуваками дерешься, с обычными такими, да, он их когда прижимает к стенке, уберет их, просто протыкает без затей. А когда дерешься с боссами, припираешь их к стенке, он их берет и откидывает. Ahriman will never return. I promise you.
better get out of here. Ну, собственно, по идее, должно быть все. Сейчас финальный какой-то еще там должно быть там. Босс или два. Ой. Блять, что ты прямо просто лететь не можешь? Сука, какая-то ёбнутая просто эта баба, вот серьезно, блядь. Потому что, говорю, чисто внешне, там по какие-то по озвучке, по всему, это, блядь. Мой любимый пока что женский персонаж в серии «Принцесса Пёрша», я сомневаюсь, что в этом, в последней что-то будет меняться, но, блядь, вот это вот, с игровой, она пиздец какая ёбнутая. We made it. We made it! Hey! Hey, hey, don't go deserting me. Elika. Oh, had me worried there. It was the healing. The hunter's soul. He's gone now, hasn't he? Yes. You sure? Hello in there. You're not gonna start leaping around, yowling, are you? Not that that would be a bad thing. In the right circumstances. I can see you're all right. It was his time. The hunter wanted to hunt. He got what he wanted. So, now you believe in destiny? There's no god or stars controlling me, princess. I go where I want. Where should we go next? We've healed the lands. The fertile grounds feed the temple once more. We still need to go back to the temple, though. There are fertile grounds there that channel the energy. There should be a way to climb the tree shrine and reach them. Then Ahriman will be trapped. I thought Ahriman was in the tree shrine. Great. Bad look again. I'm sorry I got you into this. You didn't. A donkey did. A donkey, a god, a sandstorm. But I'm here now, so let's finish this, then decide what happens next. Ну, поглядим. Поглядим, что там дальше. Что ж такое кошмар? Да неужели? И здесь тоже что-то типа анимус. Мне так понравилась эта идея Ubisoft там еще в конце третьего Принца Персии, что прямо шито. Это больше похоже на чертоги анимуса из этого, из Revelations.
Вот это была длинная полоса препятствий. В случае чего, все это надо было начать заново. Darkness to Light. Тьма к свету. You know how heroes are supposed to arrive in the nick of time? I think we missed our entrance. I forgive you. Then let us live. Let us free. There is no reason to fear. I only wanted you to live. You took my life. You twisted everything I lived for. Что с голосом, со звучкой тут у нас? Да, это его любимый прием с батей, и так вот. А чё у него здоровье-то захилялось? Это чё такое, блядь? Вот один фейл, и он хиляется, типа что?
Чего, блядь? Ты ебанулся, что ли? Да блять, какого хуя? У меня мышка скоро сломается, как я нажимаю, а ты, блядь, мне говоришь, я проебал, что ты пошел ты нахуй, блядь, что это за бред? Я тут должен был сделать. А вот тут что стоит на этой вот светлой хуйне, что ли? Ничего не понял. Вот там был момент, типа, что я должен был снимать? А, ну вот, типа, вот сейчас, наверное, да? Да. Это от этой атаки. Воу, это от этой атаки такое уклонение. Ну, блядь, ну куда нажимать-то, ёб твою мать? Ну, блядь, пидорас, в бок! Сука, ёбаная! Он не хотел бок, он не хочет бок по-человечески есть. Ты нахер, серьезно, мужик. Your dreams are mine today. Watch out! Я, в всяком случае, до последнего буду хуярить по кнопке. What now? Надо дальше, понятно. You will not fall! Ты не упадешь, сказал принц, и упал. Watch out! Ну, здесь это нормально. Нет, ненормально. Орнат, give me the strength! Close your eyes! Slide into the darkness! Элика! Не еби мозги, я успел, блядь.
За что ты там зацепился-то, Блядь, какой же ты уебан, а? Есть еще управление, конечно, вот это вот охуительное. Нахуй ты прыгаешь? Здесь просто надо по стенке пробежать. Это тоже пробел, блядь. Понятно, их должно быть три, честно, по всему такому жанру. Да, да, стоя рядом у стенки, надо, блядь, прыгнуть просто, а не побежать по стенке. Спасибо, что ты таким прогулочным шагом все это делаешь, в принципе.
Серьезно? Ну, собственно, да, вот такая вот концовочка. Опять же, я-то это знал, все, шевелю обзоры, посмотрю, прочее. Ну, собственно, да, вот тоже титры, как в Ассасине, интерактивные. В общем, это, как бы так сказать-то, помягче. На мой взгляд, игра, мягко говоря, очень неровная. То есть, вот там, ну, из тех вот старых игр, которые, ну, там, 8-9 года, 7-го вот этих, да, то есть, наверное, лучший из них это Ассасин первый. Я вам по секрету могу сказать, что я кое-что сейчас делаю с первым Ассасином. Никто сейчас не может догадаться, что я там с ним делаю. Вот. На втором месте, наверное, ну, то есть самый лучший, потом второй Far Cry. На втором месте. Потом тогда уж Принц Перси, и, конечно, Аватар все еще держит пальму первенства по уебанству из этой пачки игр. Но Принц Перси очень близко подобрался к Аватару. То есть, если бы не охуеннейший визуальный стиль и хорошая озвучка, вот, это, конечно, был бы полный пиздец, потому что настолько репетативного, занудного, ублюдского и говёного говна, вот поискать еще серьезно, это пиздец просто. Это такая прям душнина просто ебаная, прям аж я не знаю. Титры не смотрели, ну давай. Может быть, отдельно там запустить титры в меню. Это одна из самых душных игр, просто в которую я играл. Она сейчас часто в роликах встречается в последнее время. Но, блядь. Mm-hmm.
сюжетно. Она глупенькая, простенькая такая игра, то есть. Она пытается в какие-то высокие условно материи и прочее, но когда-то половину сюжета может пропустить, если не разговариваешь на эти штуки, я ей принципиально стал разговаривать, типа, не хочу. Подавайте мне нормальный сюжет. Но основной про всех персонажей, конечно, можно понять, но такой как крохотный какой-то прелесть. А, вот что на этих местах-то появилось. Да-да-да-да-да, я все думал, что ж там будет, там какие-то эти ростки были. Ну, собственно, вот они и есть. Это опционально или обязательно? Я просто знаю, типа, что там принц сделает. Мне интересно, просто можно оттуда уйти? Отсюда, точнее. Теперь он знает, что его никто не воскресит. Не дурак, не прыгай с большой высоты. Так, тут. Карта опять уже не открывается. Ну, пришли мы вот оттуда. Вот просто интересно, можно ли отсюда свалить? Самое главное, Фара-то где? А, ну понятно. Ну, короче, здесь нет альтернативных концовок, здесь концовка одна. Что ж. Ну, не считая, конечно, той концовки, которую продали за отдельные деньги на консоли. Как DLC. Вообще, пидорасы только на консоли. Что, соответственно, для Ассасина тоже так, как для второго было, но... Ничего, как это пройти, может, не допрыгнет. Что ты делаешь-то, блядь? Да нет у меня выбора, чего вы мозги ебете? Нет у меня никакого выбора, чего вы все съёшь, блядь? Ничего. И чё, и как я должен туда забираться, блядь? Дебилы, что ли, блядь, или чё? Он не забирается наверх. Ну, то есть, технически можно, конечно, просто взять, выйти из игры, условно, в этом моменте ничего не делать, но да. Игра, типа, она еще не закончилась, поэтому... Угу. Только что понял, что я некоторые входы даже не входил, потому что я как вошел туда в один, через него дорогу себе проложил, а у меня же здесь их, как у меня, их же несколько. Но потом я перемещался уже быстрым перемещением, и все. Да, блядь, ты можешь и выше допрыгнуть, а чё ты мне маски любишь? Блядь.
It is the dawn. Чего, блять? Ты ж только что допрыгивал. Да что ты делаешь, блять? Просто отпрыгни назад! Сука, ты до конца дрочить решил, да? До конца меня решил, мозги мне ебать, уебок, блять! Там же центральное дерево все равно осталось. Ну, в этом внутри. А, мне типа на это и намекают, да? Тоже, конечно, хер его знаешь, он типа за такой короткий промежуток времени настолько прям в нее влюбился, что пиздец, он готов всем миром пожертвовать ради нее. Это дурацкая концовка, реально, прям дурацкая. С одной стороны, она могла быть мега серьезной и мрачной, не очень вяжущейся со всем остальным, но вдруг внезапно себе такой, что и потом в дальнейшем, допустим, в следующих частях можно было бы показывать, что принц, типа, вот, ну, поэтому, типа, он там такой ожесточился или что-то еще. Вот. Я не знаю, что ты на камеру сыграешь. Вот. Ну вот, это какой-то бред. Прям вообще бред. The light burns. The darkness seems. The choice is not yours. The choice is not yours. А! Ну, да, да. Он же и говорит, что типа выбор-то не мой. А, в смысле, подожди. Это можно уебать дерево. А можно что-то еще сделать или что? Да ёб твою мать. Здесь как будто хилялка этого всего места. Может, типа, это имеется в виду, сейчас мы его воскресим и прибежим сюда и быстренько назад все сделаем? Да нет, вроде. Я, допустим, не вижу, как здесь забраться наверх. Но как будто просто остатки от этого, от битвы с боссом такого. Нам всегда нравится, когда, ну сейчас еще хоть не совсем медленно, а знаете, когда надо было сделать, чтобы торжественным шагом прям шел к ней, вот как вот он
перед дверью замедлился, так вот надо было здесь, чтобы он весь этот коридор прошел с этим шариком прям медленным шагом. Тогда было бы просто охуительно. Такая, да ёб твою мать, что за хуйня? Какого хуя? А, все, это такая обрывочная финальная катсцена. Ну, короче, вот, типа, вот такая вот игра. В принципе, я все уже сказал основное. Вот. Мне просто хотелось добить, потому что, типа, ну, блядь, обидно, и остальных принцев Персии, типа, все будут пройдены. Даже мобильные, блин, они будут пройдены, а этот, типа, нет. Ну, конечно, будет. Это, конечничка, обидничка. Вот, ну, большие, я имею в виду, там, ну, блядь, видите, первых-то старых я не прошел, но неважно. Ну, 3D он совсем кривой. Хотя, как игра, он тоже интересный, я смотрел на Ютубе, там, прям, идеи-то хорошие. А там, интересно, те, кто сделали «Принца Персии 3D», они сейчас «Хогвартс Легаси» сделали. Вот. Ну, короче, вот, не знаю, я не сказал бы, что она худшая из принцев, наверное. А может и худшая, хуй его знает. Эти однообразные абсолютно битвы. То есть, не знаю, то есть у вас реально, ну, не считая финального, ну, с батей там эти промежуточные зарубы, они ни о чем, поэтому я даже не буду прям за босса их считать. У вас, не считая финального босса, 4 противника на всю игру практически. 4. С каждым из которых надо драться 6, блять, раз. Единственный там креатив, на который хватило, это то, что в одной из моментов там надо было найти, где наша вот эта вот деваха. Все. Ну, там пару раз кто-то пол пробивал, еще что-то. Хорошо, хоть здорового этого скинуть со скалы там можно было практически сразу, там, во многих местах. В общем, короче, игра прям... Серьезно. Патрик Дейгл. Не, показалось по 30 дБ, а по ТД, я уже пришел по 30 дБ, здесь тоже что и по 30 дБ, но нет. Вот. То есть визуально, там, по актерской игре и, ну, наверное, в целом по сюжету, хорошо, особенно визуально. Вот. Повторюсь, что принцесса местная мне нравится больше всех женских персонажей. Пока что в серии, я сомневаюсь, говорю, что Forgotten Sands будет какой-то мега женский персонаж, который затмит еще ее. Вот она просто, она и красивая, она и не глупая. И она и босиком ходит, все это сразу мне. Это сразу плюс 10, кажется. А вот. Ну просто, не знаю, просто наиболее, наверное, приятный персонаж. Хотя и Фара мне тоже совершенно спокойно. Да и Кайлина тоже. То есть мне в целом все нравится, но вот здесь. Ой, Элика читала прям совсем такая классная. Вот, так что вот так вот. Композиторы, да, Стюарт Чатвуд и Айнон Зор. Стюарт Чатвуд, если я ничего не путаю, тот, который предыдущий, в принципе, писал музыку. То есть, в принципе-то, вот, вообще никого нет из тех, кто делал предыдущие части, поэтому... Короче, не знаю, вот такая вот игра, смотрите сами. Ну, уже сам факт того, что мне реально хотелось ее трижды, минимум трижды, а то и больше, прям бросить серьезно, это, конечно, очень много. Мне первого хотелось, но первого мне хотелось пару раз бросить. Там этот... Тренер помогал сохранять нервы, а здесь тренер, ему вообще, ну только что вот, а, ну это представьте, я еще бы, и, да, я забыл еще про это, кстати, потому что это на фарме, допустим, все довольно быстро забил на это и это, а вы еще прикиньте, что это надо было бы эти сферы света фармить еще там, 500 с чем-то штук, по-моему, их надо сделать, да, 500 с чем-то, под 600, 560 с чем-то, или типа того, чтобы открылись все эти умения, и с ними можно было попасть во все зоны. Не так, как Миша себе взял, просто все купил сразу и пошел уже по порядку зоны зачищать. Вот. Там, конечно, наверное, получается разнообразие за счет этого хоть какое-то.
Извините, я просто не спал ночь. Мы сначала полночи сидели, куролесили, тут день рождения мы отмечали прошедший. Вот, и, соответственно, я уже потом думал, я в пизду ложиться не буду. Вот. Что-то по времени. Да. Вот, и, соответственно... Блять, я забыл, я вспомнил про день рождения и все. И забыл на все, про все на свете. Ну ладно, не суть. В общем, что хотя бы мнимое какое-то разнообразие, я говорю, там есть, получается. Вот. За счет того, что ты ходишь по разным локациям, то в эту пошел, то в эту, то такой босс, и, соответственно, более-менее какая-то... Пока ты эти локации проходишь по порядку, то, конечно, да. 6 раз подряд с одним чуваком драться, это как-то не очень. Потому что вообще ничего не отличается. Вот. Ну, единственное, финальный босс, наверное, ну, чуть-чуть потненький. Просто потому что как понял, что за любую пропущенную вот эту красную... Это он хиляется, батя ее. Насколько я понял. Я, естественно, имею в виду батю, потому что это просто по стенке убегать от какого-то от пьяного оператора, который своими лапами тянется и блюет периодически на эту стену. Ну, я не знаю, по-моему, это полный пиздец, а не босс. Вот. Короче, реально, я понимаю, почему эта игра провалилась. Вот, то есть для игры такого класса меньше 2 миллионов проданных копий, ну, это вообще ни о чем. Вот. Я понимаю, почему ее не взлюбили, почему потом вернулись, собственно, к песчаной на тот момент трилогии, теперь это квадрология. Вот. Но жалко, конечно, что не сделали дальше. Следующая часть, она будет последней, пока что про принц Персии ничего не понятно, ничего не слышно и так далее. Вот. А там, повторюсь, там на горизонте уже маячит ассасин. Вот. Ну, говорю, а так, в целом... Ну, там, кстати, еще один должен открыться костюм. Ну, не знаю, сейчас смотреть, там, меня же в меню выбросят, когда закончатся титры. Там есть еще костюм этой Джейд из Beyond Good and Evil. Для... Как ее, господи? Все забывают, как ее зовут. Мне нравится больше всех, но я забываю, как ее зовут. Элики. О, но еще раз играть в игру, чтобы посмотреть такой костюм. Играющую, извините, вот. А так, короче, кривое, косое все. Очень нудное и душное. Очень нудное и душное, пиздец. Вот, ну и эти всякие вот приколы, типа, когда вот враг, вот он в таком-то состоянии, но надо нажать одну кнопку, чтобы это состояние у него сбить. Больше ничего сделать нельзя. Нет, вот 7 раз из 10 она шлет тебя нахуй и не делает этого. Вот. И там периодически тоже, я уже не знаю, оставлял я там это, не оставлял, потому что я его 3 часа уже записываю, сижу. Вот, я в одну серию сейчас нарежу, там будет, ну, будет часа полтора, но одна серия. Там вот было, когда у врага периодически сначала этого появляется, как мы называем, вот это вот состояние, когда его надо перчаткой схватить и подкинуть в воздух обязательно. Там постоянно была вот эта особенность этой танцовщицы ебаной, был момент, что... Принц, он какой-то потихонечку к ней подходит, и он не успевает ее хватать, потому что там надо ее хватать и подбрасывать, пока там идет анимация. У бати, кстати, долго была анимация, это было удобно. Пока идет вот эта анимация, что он какой-то там в дыму, в искрах, и там брать и подкидывать. Потому что потом ты только пытаешься сделать это, тебе бац по башке мечом, ты попёшься, тебе бац по башке мечом, и не дают этого сделать. Вот. И вот кружишь, ждешь, пока она там атаки свои все выполнит, и у нее эта чернота спадет. С этими, когда там она враги с щупальцами в черноте и в мазуте в этом, в нефти, и надо, чтобы нахер... Блять. Элика. Имя такое, блядь, запоминается, нахуй. Надо, чтобы наша, типа, Элика прыгнула и эту тьму развеяла. Ну, это вообще пиздец. Это просто полный пиздец. Ну и, конечно же, загадка с бассейнами. То есть, загадка с бассейнами. Вот это, я считаю, это вот шедевр. То есть... Вот на ее фоне та же эта загадка с этими, со штырями, светящимися в первой части в песках времени. Это так, детский лепет. Вот. И при этом, как ни парадоксально, со всей... То есть оно из серии технически все упрощено просто до нельзя. То есть ты просто берешь вперед, один раз нажимаешь пробел, он там раньше надо было держать. Я помню, не пробел, а правую кнопку мыши, потому что он бежал по стене. Там что-то еще, это все, а то просто нажал пробел, он бежит, подбегает к кольцу, нажимаешь, но у меня боковая кнопка мыши в данном случае поставлена. Нажимаешь боковую кнопку мыши, он пробегает дальше, потом еще раз вот это. То есть вообще не надо ничего нажимать, зажимать, там нужны какие-то эти.
Это чтобы состояние потока, что ты бежишь и беспрерывно, но только сделано местами так криво и косо, что ты тоже постоянно... Ну, не знаю, в общем, короче, на мой взгляд, игра вполне себе понятна, говорю, почему она провалилась, почему она вот... Ну, как бы, не всеми забыта, конечно. Но это как водится, знаете, про целый ряд старых игр, которые в свое время провалились и нахер никому оказались не нужны, это не значит, что они все были плохие. Это там, условно, какой-нибудь Clive Barker's Undying, он тоже не очень хорошо продался, но игра-то хорошая. Или там, ну, Саботёр, я не помню, как Саботёр продался. Вот, ну, условно, да. Вот, но в массе вот игр, вот, я там играю очень, потом прохожу, потом... Иду там на YouTube смотреть, там тот же Клай Баркер с Джериха, или вот этот вот Принц Персии, там, или еще что-то. Там такие дифирамбы, там такие потоки просто соплей и слюней, что это было. Это такая крутая игра, даже Аватар. Про Аватар я тоже начитался, там, особенно в комментах под роликами, что это просто вот шедевр. Вот. Ну, правда, в массе своей это люди, которые они там в год выхода в эту игру играли, то есть там им было, по 10 максимум. Вот я в далеком детстве играл, ну ты включи, поиграй сейчас, вот трезвым умом, без вот этого, поиграй вот это вот говно сейчас, ну это просто плохо сделано, ну блядь. Ну говорю просто к тому, что есть какой-то период, точнее не период, а какая-то как мода у людей на определенные вещи, что типа вот оно раньше ее почему-то не покупали, игра почему-то провалилась, нахер никому была не нужна, а оценки были ну так себе, ну в данном случае еще не самые плохие, но так себе. А тут вдруг, там, десятилетия спустя выясняется, что это был охуенный шедевр. У всех причем. Вообще непонятно, а как он провалился? А кто эти люди, которые писали эти отзывы? Кто-то, почему никто ее не покупал? И так далее. Она ведь шедевр, все же играли там. Вот у нас там первый раз. А то на Западе что? Да и херня, короче, полная. Ну, то есть мне тоже не нравится вот эта тема, знаете, когда, как сказать... дети, принц и принцесса Персии. То есть этот Conception Assistant Corey May. Когда, ну как сказать, тоже такая манера, что типа вот эта игра была старая, она хорошая, вот сейчас такого не делают, а вот это хорошая, или в ней была какая-то одна хорошая идея, и потом надо облизать с ног до головы, вот, и не замечать того, что, возможно, эта игра, ну, мягко говоря, такая себе. Вот, это нет, что вы, нет, ну это... Вот, то есть просто, ну, блядь, ребят, ну, надо же как-то здраво на вещи смотреть. Я не спорю, что я не к тому, что это не может кому-то понравиться, что это должно быть что-то, как сказать, объективно говнище. Нет, просто, ну вот, на мой взгляд, как-то надо более как-то адекватно воспринимать, понимаешь, что не вот эти восторги. Потому что я сомневаюсь, что все эти люди, которые пишут, они реально так думают. Ну, посмотрим. Ну, когда это чисто вот так вот экстрас. Ну вот Джей. Джей, да. Сейчас просто интересно, можно загрузить просто, посмотреть, как это будет красота. Что остальные, ну, правда, не все костюмы. А, подожди. У Эрики... Конечно, там еще костюмы из Песков Времени, они уебищные абсолютно. Я даже нет, поэтому я покажу. Ну, вот этот, по идее, тоже будет хороший, поэтому тоже давайте посмотрим его. Где какой-нибудь... Какой-нибудь вот этот. Ну, дай поближе-то подойду. Ну, она, по-моему, в Beyond Good and Evil не настолько голопузая была. Все-таки одежды на ней было побольше, но... Ну, типа, да, тоже хороший костюмчик. А, у нее там вот дубинка торчится, да. Ну, короче, вот. Вот такая вот игра. Все-таки я ее добил. Вот. Да, вижу, что разрядился. Сейчас вот я ставлю тебя на зарядку. Что ты мозги ебешь? Вот, поэтому вот так. Все, всем всего доброго. Играйте в хорошие игры. Всем пока. В описании все ссылки на Telegram. Подпишитесь на всякие другие штуки. Закиньте денег, потому что это невозможно. Это, кажется, муки принимаю. Вот, и так далее. Но для коллекции тоже хотелось спросить. Есть игры, которые, типа, ну, наверное, когда-нибудь с таким подходом я все-таки доберусь до Legacy of Kain, потому что мне очень хочется эту серию пойти. Но это как-нибудь потом.
Все, всем всего доброго, играйте хорошие игры. Всем пока, до встречи в следующих там, играх, частях прохождения и так далее. Всем пока.